Infortis per Respimat – инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения – Boehringer Ingelheim International, GmbH, Германия, Кота ETX, R03EC19 – активное вещество. Аладатирол – лекарственная форма, Infortis per Respimat – форма выпуска, упаковка и состав препарата Infortis per Respimat. Раствор для ингаляции 1 доза Аладатирол 2, 5 микрограмм 4, 5 миллилитров, картриджи, 1 цилиндры, 1, в комплекте. С ингалятором, пачки картонные. Клиника фармакологическая группа. Бронхолитический препарат, бета-фармакотерапевтическая группа. Бета-2-адреномиметик селективное фармакологическое действие. Бронхолитическое средство, бета-2-адреномиметик. Аладатирол обладает высоким сродством и селективностью к бета-2-адренорецепторам. Активация бета-2-адренорецепторов в дыхательных путях приводит к стимуляции внутриклеточной аденилоциклазы, которая участвует в синтезе циклического 3,5-аденозинмонофосфата, ЦАМФ. Повышение уровня ЦАМФ вызывает бронходилатацию, расслабляя гладкомышечные клетки в дыхательных путях. Аладатирол является селективным агонистом бета-2-адренорецепторов длительного действия, характеризуется быстрым началом действия и длительным сохранением эффекта в течение не менее 24 часов. Бета-2-адренорецепторы присутствуют не только в гладких мышцах дыхательных путей, но и на поверхности многих других клеток, в Т, Ч, в эпителии и эндотелии легких и сердца. Точная функция бета-2-рецепторов в сердце неизвестна, но их присутствие указывает на возможность влияния на сердце даже высокоселективных бета-2-адренергических агонистов. Установлено, что однократное применение аладатирола в дозах 10, 20, 30 и 50 микрограмм приводило через 20 минут 2 часа к увеличению по сравнению с плацебо интервала QT по сравнению с исходным значением, который по мере повышения дозы в среднем возрастал с 1,6 миллисекунд, аладатирол в дозе 10 микрограмм до 6,5 миллисекунд, аладатирол в дозе 50 микрограмм. Не было обнаружено каких-либо тенденций к изменению средних величин ЧСС или частоты экстрасистол и их типа в зависимости от дозы или от времени. Аладатирол в дозе 5 микрограмм один раз в сутки утром приводит к значительному улучшению RLT 0.0001 функции легких в течение 5 минут после первой дозы. Среднее увеличение ОФВ-1 составляло 0.130 литров по сравнению с исходным значением до лечения 1.18 литров. Существенное улучшение функции легких сохранялось в течение 24 часа, среднее увеличение UC03OFV1 составляло 0,162 литра по сравнению с плацебо, RLT 0,0001, среднее увеличение базального, через 24 часа, ОФВ1 составляло 0,071 л по сравнению с плацебо, RLT 0,0001. В двух исследованиях переносимости физической нагрузки было установлено, что аладатирол по сравнению с плацебо увеличивает время до наступления усталости, соответственно на 14% R равно 0,0002 и на 11,8% R равно 0,0018. Аладатирол по сравнению с плацебо также уменьшает функциональную остаточную емкость легких, что приводит к увеличению емкости вдоха в покое и при физической нагрузке. Показания к применению для длительной поддерживающей терапии у пациентов с ХОБЛ, включая хронический бронхит и эмфизему легких, для уменьшения обструкции дыхательных путей, улучшения качества жизни и переносимости физических нагрузок. Способ применения и дозы. Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования. Для ингаляционного применения рекомендуется терапевтическая доза 5 микрограмм один раз в сутки. Противопоказания к применению. Детский и подростковый возраст до 18 лет, повышенная чувствительность к аладатиролу. Особые указания: с осторожностью следует применять при сердечно-сосудистых заболеваниях, в Т, Ч. Нестабильный ИБС, нарушение сердечного ритма, удлинение интервала QT, гипертрофической обструктивной миокардиопатии, артериальной гипертензии, тиреотоксикозе, судорогах, а также у пациентов, в анамнезе которых имеются указания на такие заболевания, как инфаркт,
миокарда или госпитализация по поводу сердечной недостаточности в течение предшествующего года, жизнеугрожающая аритмия, пароксизмальная тахикардия с ЧСС и GT, СТОЛТ, минор, аллодатерол не предназначен для лечения острых эпизодов бронхоспазма, то есть в качестве средства скорой помощи. Аллодатерол предназначен для поддерживающего лечения больных хобль. В связи с тем, что в общей популяции хобль существенно преобладают пациенты в возрасте старше 40 лет, при назначении препарата пациентам в возрасте до 40 лет требуется спирометрическое подтверждение диагноза хобль. Аллодатерол не следует применять при бронхиальной астме. Долговременная эффективность и безопасность аллодатерола при бронхиальной астме не изучались. Бета-2 адреномиметики длительного действия следует применять с осторожностью у пациентов с необычными реакциями на симпатомиметические амины. Бета-2 адреномиметики у некоторых пациентов могут вызывать существенную гипокалиемию, создающую предпосылки для возникновения побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы. Снижение содержания калия в сыворотке обычно кратковременно и не требует его восполнения. У пациентов с тяжелой хобль гипокалиемия может прогрессировать вследствие гипоксии и сопутствующей терапии и увеличивать риск развития аритмий. Ингаляционное применение бета-2 адреномиметиков в высоких дозах может привести к увеличению уровня глюкозы в плазме. Аллодатерол не следует применять в комбинации с каким-либо другим лекарственным препаратом, содержащим бета-2 адреномиметики длительного действия. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами исследования по изучению влияния аллодатерола на способность к управлению транспортными средствами и механизмами не проводились. В период лечения пациенты должны соблюдать осторожность при выполнении данных видов деятельности, т.к. возможно развитие головокружения. Лекарственное взаимодействие. При одновременном применении с другими адренергическими препаратами возможно усиление побочных эффектов аллодатерола. При одновременном применении ксантиновых производных, стероидов или диуретиков, не относящихся к группе калиизберегающих, возможно усиление гипокалиемического эффекта бета-адреномиметиков. Бета-адреноблокаторы могут ослаблять эффект аллодатерола или противодействовать этому эффекту. Поэтому аллодатерол следует применять вместе с бета-адреноблокаторами, включая глазные капли, только в вынужденных ситуациях. В этом случае предпочтительно применение кардиоселективных бета-адреноблокаторов с осторожностью. Ингибиторы МАО, трициклические антидепрессанты или другие препараты, способные удлинять интервал QTC, могут усиливать действие аллодатерола на сердечно-сосудистую систему. Одновременное применение аллодатерола с кетоконазолом приводило к увеличению биодоступности аллодатерола в 1,7 раза, однако это не влияло на безопасность, коррекция дозы не требуется.